на дороге годами стоит. О. Через дорогу просто. Не, ну она, видите, она может упасть еще дальше. Дело в том, что она в процессе падения еще другую сломает. И та упадет. Непонятно. Куда. Вот это было не это. Не было? Не было. Ну. А я подумал, показывали по телевизору, а у нас нет ветра. Был, сильный ветер был. Порывы такие прям сильные. А были. Я что-то сегодня. Видите, похолодало, то есть тепло было, а теперь похолодало. Вот это от тепла к холоду. Сначала от холода к теплу было, теперь от тепла к холоду. Ну, завтрашнее число начнется, а с первого числа снег. Вот. Да. Я вот по этой хожу, потом сюда он до ручья спускается. И вы там выходите, да? Нет, я через дорогу там не хожу, снова до ручья. Ага. Ну, это чё? А я вот хочу эти рябинки пособирать. Рябинки. Опа! Пособираю. Потом это. Я пока пройдусь, посмотрю. Ага. Здесь это место, ага. И я, а по это, асфальту больно ходить. Ага, да. Все, я дальше не иду. Ага. Я возвращаюсь, потом вниз. Ага. Да, тут грязь. А ты это, что ты? Все время в одно и то же время откуда? Ну, переходишь это, была киоск. А, я же там подрабатываю уже, подметаю. Нет, я так и помню. Ну. Я почти в одно и то же время. Ага. Вот у меня на это, на коленке на этой был бурсит. Это. Какая-то шишка такая была. А она исчезла потом. Я не знаю, может это не бурсит было. Что это как-то бывает? Не знаю. Видите, что, прямо на голову упадет он. Вот, на тропинку прям попадает. Надо убирать ее. Или уронить надо специально. А как уронить, видите, она еще отперлась на эту, на маленькую отперлась. Вот она. Я по лесу, знаешь, кто ходил? И этих всех таких деревьев здесь вот. Они теперь будут, пока снег не навалит.
Ну, снег уже это. Если снега много навалит, ну, и все это. Упадет. Но она капитально заклинила. Ну. Сейчас вон увидишь, там вообще гиблый лес, конечно. Угу. Под Свердловском мы по часовой плавали после школы. Ну это Пермский край это. А? Пермский край уже это. Это нет, часовой. Свердловская область. Ну она потом течет уже в Пермский край, да? Там уже, это же другая, ну, да. Часовая. Пермский край, там это, уже болотные места. Ага. Вот там лес чистый. Да. Там лес чистый. Особенно потом мы это. Мы в производственном обучении волочильщиками учились. И после это поработали. Там у нас месяц практика была, поработали, деньги заработали, и вот помню, после 10 класса по часовой сплавлялись. А я ехал в это, в Свердловский метро работал, две недели работал отсюда, Тыл-50, там метро сделали. Ага. И я там практику проходил на это, горнорабочего. И пока ехали вот так, через Свердловскую область, такой чистый-чистый лес прям, ничего себе, прям вот травиночка прям каждая видна, прям травиночка, такой красивый лес такой, и земляничка, и земляничка, о, красивый такой лес вот. А потом на Тургаяке отдыхали неделю, все. Вот там лес, так и лес.